Алло, слушай, ну я вышел с Мясницкой, куда дальше? Задар, ты можешь с той стороны? Пушкина, что ли, да, туда? Пушкинский район, да. Здорово, бандиты! Приветики. Приветики. Здорово. А ты? Здорово. Ты подготовился, что скажешь, как ваши, блядь? О, Коля больше всех. А у меня пища и башка. Там мы вчера пили с МВДшниками. Чем? Холодненько. Я с клюквой взял. С слаймом. А вообще, заебись. Сняли мы знак, в общем, с автобусной остановки. Девушка, что вы скажете? Как обстановка? Отлично, отлично. На нашу постной будем менять. Привет. С праздником, сычки. Оля звезда. Дима, как профессионал в плане пения и вокала, что вы скажете по поводу выступления? Скажите, что наконец-то это все закончилось. Что Ольга профессионал, да, но нужно давать дорогу молодым, поэтому мы просто уйдем со сцены красиво, просто для красиво. Ярик, что скажешь по поводу номера? Очень хорошо поет. Пожалуйся. Что такое? Шариков не дали. Почему? Праздник хреновый. Пошел, взял. Мне не дадут. Замаксовал? Замаксовал. А ну-ка. Макс! А что писать? Что Рома гей и отпустил шарик в небо. Че, какие дела? Покажи глаза, че, бухало, что? У меня аллергия. Как дела? Есть. У тебя волосы не кривые, Жан. Шестой год. Спасибо за совет. Поздравляю. Все на фронт! Я не Юля. Ой. Иргутис, я тебя очень люблю. Спасибо за все. Еще иду в метро. Короче, на самом деле сейчас предстоит нормальная такая тусовка. Ай-яй-яй-яй-яй. Все тапки насквозь. Тусовка удалась. Это определенно. Мы подходим к метро, сейчас будем прыгать в эту подземочку и ехать к пацанам. 18 минут, нормально. На месте, красные ворота. Есть. Нашел этот притон. Говно ебаное! Ремикс! Хаваешь? Не хаваю. Просто пиздец. Добрый вечер. Как? Всем хорошо жить.